У нас нет организованных парковок. И поэтому, если вы обратили внимание, практически две полосы на улицах, на них, значит, организовываются стихийные парковки, и это, естественно, мешает движению транспорта, уменьшает пропускную способность улично-дорожной сети. Если бы эта проблема была бы решена, мы в генеральном плане предлагали некоторые улицы, которые мало использованы в движении, перевести их в дневные частные парковки, тогда этот вопрос был бы решен.